День России с размахом. В Новосибирской области праздник отметили на десятках площадок. На Михайловской набережной собрались тысячи новосибирцев на традиционный фестиваль. А в концертном зале имени Катца можно было окунуться в Петровскую эпоху. Подробности в нашем материале. В этом году главный праздник России совпал с юбилеем Петра I, поэтому в Большом зале филармонии ожившие герои пушкинской Полтавы. И Шереметьев Благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин. Поздравляю вас с этим праздником и хочу пожелать, чтобы и наше поколение могло со всей ответственностью, со всей полнотой отнести себя к тому племени птенцов гнезда Петрова, памяти которого сегодняшний концерт и будет посвящен. Вечерняя программа уникальна. Ее создавали специально ко Дню России. И поэзией вторит музыка. Один известный наш деятель культуры сказал, что музыка – это то, что это звуки, когда Бог создавал планету, мироздание. Вот служители музы, они передают нам эту музыку. Большой концерт и на Михайловской набережной. Поет лучшие городские коллективы. Спортсмены демонстрируют эффектные номера. На сцене награждают победителей областного патриотического конкурса. Школьников, которые писали исследовательские работы о достопримечательностях своих районов. И судьбах земляков, прославивших малую родину. Она моя землячка, потому что я живу в очень маленьком городе. И на самом деле узнать, что в твоем городе жил герой Советского Союза, это действительно очень удивительно. А в финале большого праздника выносят огромный российский флаг. И звучит гимн России. Сергей Толмачев, Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов, Андрей Руднев. Новости ОТС.